Всем большой привет! Начинаем шестой день влогов, ну и также шестой день открываем посылку от Ольги. Оля приготовила 7 пакетиков, у нас осталось 2 сюрприза, вы их видите перед собой. Первый — планета здоровья, второй — карри. Не знала я их, то так положу, то сяк положу. У нас есть стаканчик с 2 бумажками, с номером 1 и 2, и посмотрим, что же выпадет сегодня. Но перед этим... По традиции, у нас уже 5 отливантиков, и вчера мы с вами посмотрели еще 2. Я вам описала, ну, свое восприятие. На самом деле очень интересные ароматы, молекула очень интересная. Я ее, в принципе, вчера вдыхала весь вечер, вот пыталась разобраться в ней, тестировать. И только когда Ольга принесла, перекинула... В WhatsApp ноты, я поняла, да, это было шампанское. Я и вам пыталась сказать, там что-то такое, и спиртом это не назовешь, но что-то алкогольное. Я это понимала, но почему-то я вот просто отметала мысль, что там может быть шампанское. Ну вот, вот так оказалось интересно. Ну, начнем мы с вами, давайте, со Stellary. Флакончик выглядит на самом деле вот так, который прислала вчера Ольга. Здесь он, я так понимаю, вот он. Нет, это молекулка. Вот Stellary, да, который ко мне вчера приехал. И давайте я вам зачитаю ноты. Мне показалось в нем что-то восточное. Даже я там древесинку услышала. И Ольга пишет, что я угадала. Восточно-цветочные верхние ноты. Жасмин, шафран. Сердце — древесный янтарь, серая амбра, база — еловая смола и белый кедр. Ну, вы знаете, я когда читала описание, я даже так это подумала, ничего себе, нюх-то у меня вроде как и есть. Получается что-то такое, ну, близко. Потому что я же вслепую как бы, да, оценивала вчера. Ну, было интересно в любом случае. Ну и что же это за молекулка? Многие ее опознали. Вот так она выглядит. Для меня это вообще вот полное новшество. Для меня знакомство с молекулами произошло вот буквально в последний, может быть, месяц. От Essence ко мне Ниша приехала, один аромат в пробнике, молекула мне Лиля прислала. И моя Катюшка, по-моему, от CL тоже молекулу мне дала тоже в пробнике тестировать. То есть вот 2 молекулы у меня были на тестировании. И это третья, которая ко мне попала. И мне было очень интересно, что же здесь за розовая молекула такая. И в итоге описание достаточно богатое. Семейство фруктово-цветочный. 14-й год, Дания. Тут даже выпуск есть. И парфюмер тут даже есть. Верхние ноты. Цветы бузины, черная орхидея, абрикос, шампанское. У молекулы средние ноты отсутствуют. И потом идет база. Махагони, взбитые сливки, палисандр и розовая молекула. Вот так. И тут написано, что этот парфюм — безусловный лидер продаж не только в России, но и в самой Дании. Идеальная композиция для лета, где веселые игристые ноты напоминают сангрию, коктейль из фруктов, шампанского, десертного вина с кубиками льда. И композиция «Розовая молекула» стартует взрывом сочных абрикосов, приправленных ментоловой прохладой цветущей бузины. Сердечные ноты в аромате отсутствуют. База из взбитых сливок, уникальной розовой молекулы в темной древесины, отражает красоту скандинавских летних пейзажей, обдавая вас легким морским ветерком. Вот так, такое поэтичное описание аромата. Оно меня восхитило. И вы знаете, читала и кивала, что да, так оно и есть. Единственное, вот как я и сказала, и повторюсь, оба аромата мне хотелось выгулять по улице. То есть, вот чтобы обязательно была прохлада, ветерок небольшой. Не морозное такое, может быть, свежесть. Ну, хотя Stellary я бы и в мороз поносила. Но в любом случае мне хотелось с ними на улицу. Все, про вчерашний день мы закончили. Все я разложила снова. Уже сегодня появилось чувство дежавю, что это уже было, что я уже так раскладывала. Я же каждый день выкладываю, потом опять в коробочку, потом на следующий день выкладываю, опять в коробочку. И вот у меня уже 6-й раз, завтра 7-й будет. Осталось 2 бумажки. Трудно понять, какую из них взять. Но давайте вот что попалось, так это ставим. И одну открываем. Вы загадали?
Мне интересен карри, но так как планета здоровья постоянно пытается развалиться, я голосую за нее. Ну, а вы за что? Так. Будем разваливать до конца. Номер два. Карри. В любом случае, интересны уже оба пакета очень сильно, потому что они остались последними. Ну, ты будешь у нас ждать. Значит, дорогая планета, не разваливайся, терпи. Тебе повезло всех больше, ты у нас самый большой сюрпризик. Сегодня открываем карри. Мал да удал, как я вам говорила ранее. Тут все запечатано, сейчас ножницы. Девочки спрашивали, как терплю. Я даже в каком-то из роликов начинала отвечать и так забыла, от мысли ушла. Мне помогает терпеть, если я пообещала. Любое, что я делаю, серьезное вот какое-то дело, если мне нужно сделать, мне нужно пообещать. Если я пообещала, я буду выполнять, что бы мне ни стоило. Поэтому я вам в отношении семечек обещала, это сработало, что я не буду их грызть. Также я обещала сесть на правильное какое-то здоровое питание, либо вот интервальное голодание, да, чтобы похудеть. Ну, раз обещала, выполняю. Так, ну что ж, там... Внутри. Вот этот, если бы даже развалился, вы посмотрите. И не узнать, что там, да? Тут все запечатано. Тут три коробочки. С какой начнем? Я думаю, тут что-то интересное. Что-то мне подсказывает тут то, что многие ждали от косметички, которая оказалась для некоторых сюрпризом, мыло. А я на самом деле ждала в косметичке не мыло, даже не знаю, декоративку. Ну да, я тоже думала, что возможно там будет что-то декоративное, но почему-то я думала, что там будут маски для лица. Не знаю, вот у меня больше было на маске. Что-то от Oriflame в коробочке, девочки, вот. И она невесомая, легкая, вот просто невесомая. Может быть, что-то типа спонжика? Что ж тут написано-то? Хотите загадку решить? Да вы, наверное, уже вот здесь на этом, на английском прочитали. Так, как вход-то где? А, вот нашла вход. Что ж, открываем. Просто вот невесомое, что ж там. Может, украшение? Так, и здесь закрыто. Кругом закрыто. Ну, очень легкое. То есть это не декоративное точно, мне кажется. Потому что как будто пустая коробочка. Вот такое ощущение. Это может быть либо что-то легкое, типа сережечек, либо, ну, украшение, либо спонжик. Ну, кто в Oriflame-то, наверное, уже все поняли. А, украшение. Все-таки это украшение. Видите, как-то бархатка прямо. Так, куда же тебя положить? Давайте мы тебя вот так вот положим. Вот эту коробочку я пока отодвину. И будем смотреть. Колечко! Здесь колечко! Оля, ты как чувствовала? Я же как это, та самая обезьяна, да, которая с очками не знала куда. Я же кольцо от шарфика тоже натянула на пальчик. А здесь уже настоящее, чтоб я шарфик не обделяла. Вы посмотрите, какая красота с пчелкой. У меня сегодня вон какой бриллиант-то висит. Подождите, я свой сниму. Ну, снимайся. Что ты прилип? Ревнует, не хочет. Ой, да что ж ты. Ладно, я тебя потом одену, не переживай ты так. Прям расплакался. Бабочка. Тут бабочка, наверное. И он, кольцо, оно безразмерное, его можно так вот скрепить. Нет, это, наверное, пчелка, да, соты, я вижу соты, значит, это пчелка. Какая красота, жалко, ногти не накрашены сегодня, я все еще не купила средства для снятия лака, поэтому не крашу пока. Очень красиво, прямо очень-очень красиво. Давайте за место него пока вот так положим, чтобы это, а это на мне будет. Ну, я бы и то от шарфика вот здесь оставила. Прям смотрите, какая интересная. По сотам я поняла, я слепая. Сейчас вот в увеличенном виде вижу через камеру, что да, это пчелка. Такая красивая. Прям вау. У нас остается еще два пакетика. Так, отодвигаемся. Вот эту коробочку можно, конечно,
вернуть на родину. Вот так. Это будет заменитель. Следующий пакетик. Интересно. А тут что-то болтается уже. Ну, кто отгадает, что там? Ну, догадывайте. Но тоже легкая. И болтается. Крем, да? Какой-то секрет. 8 миллилитров. Парфюм. Это парфюм. Вау! Еще один. Так, завтра будем еще одни ноты читать. Вау, вау, вау. Ну, а завтра, кстати, вот мы будем ноты читать. Но если вдруг там тоже что-то окажется без нот, то когда буду монтировать, я уже, для Ольги-то уже не секрет, что завтра будет именно тот пакетик. Она мне ноты напишет в личку, и когда буду монтировать, я вам пишу. Ну, если вдруг там что-то надо будет тоже, чтобы без нот не осталось. Вы только посмотрите, как он красиво смотрится. Такой оригинальный прямо подарок, Оля. Прямо реально. Давайте вот этот сюда, а этот я поставлю сюда. И, конечно же, мне руки чистые, специально мою их перед каждым роликом. Ну, тут нежность. Здесь свежесть. Я потом вам опишу, что я слышу, но я слышу что-то нежное, свежее и цветочное, прямо красивое. И цветы нежные, и вот, может быть, даже цитрус, вот что-то там присутствует. Так, открываем последний, и здесь туба. Чувствую тубу. Что ты и кто ты? Ну, а это крем для рук, да еще и персиковый, вы представляете? Третий крем для рук с ароматом персика. Какой красивый. Это Орифлейм. Сейчас мы ему место найдем. Мы уже... Тут я все расставила так. Но мы... Вот, тут три уже крема для рук. И он тоже умещается в нашу коллекцию. Подождите, я вот еще чуть-чуть. Мне кажется, фрукты пошли. Прям такой интересный аромат. Прям очень интересный. Да, вот он прямо отличается, особенно от вчерашних. Вчерашние прямо такие яркие, весомые. А этот невесомый. Этот легкий, фруктово-цветочное что-то. Есть свежесть, есть сладость. Вот это нежность, это вот просто нежность. Очень приятный. Если мы сегодня еще с вами встретимся, и я в это макияж или что-то, или просто поболтаю, посижу, то опишу свои следующие впечатления, потому что, ну, 1-2 минуты ничего пока не рассказывают, но вот то, что это приятно и нежно, и то, что к нему будет тянуться рука, это да. Очень хорошенький. Прям очень. Сначала прямо свежесть даже, а сейчас вот уже фруктовая сладость пошла. Ну что ж, на завтра остается у нас только планета здоровья. Голосовать мы уже не будем. Стаканчик я сегодня уберу. Нет смысла циферку 1 будет доставать. Она по умолчанию на завтра переходит. И мы с вами встретимся с посылочкой завтра. Ольге огромное еще раз спасибо. Посмотрите, какое сегодня красивое колечко попалось. Аромат и крем для рук, да, получается, сегодня мы открыли. Очень интересно, так прямо и красиво. Ну и завтра встретимся, откроем последний сюрприз. Посылка восхитительная, очень оригинальная, интересная и разнообразная, согласитесь. Не разбегаемся, сейчас встретимся в следующем кусочке. Ну и давайте в конце ролика, уже традиция этой недели, раз уж мы решили каждый день показывать посылки, смотреть посылку и смотреть макияж, то сегодняшний макияж я выполняла новой палеткой, которую на New Cheek заказывала. И мне кажется, макияж получился очень даже интересный. Не знаю, как
лучше показать глазки. Ну, наверное, опустив, да? Понятное дело, что так как я не визажист, где-то ляпы, где-то просчеты, но мне хотелось показать, что палетка очень оригинальная, макияж получается красивый. И если посмотреть вот так на оттенки, то видно, какие они интересные. Основной оттенок у меня вот этот и вот этот по подвижке. Они оба. И вот рядышком. Уголок внутренний, серединка и внешний уголок. То есть вот эти три оттенка. Ну а базу я брала вот прямо в такую желтую. Базовый. В складку вот такой рыженький. Я сейчас сделаю свотч по-быстрому, то, что я вам рассказала. Пять оттенков всего. Ну вот эти вот сияшки, они основные. Их и то, что у меня получилось матовое использовать. Вот такие пять оттенков сделали весь макияж. Я в восторге осталась, очень довольна. Под любые зеленые такие вот мои любимые цвета одежды будет красиво смотреться. Только единственное, голова не досохла, еще волосы влажные. Это не быстро происходит, что-то у меня волосы долго сохнут. Не взяла я салфетку, а хочу показать еще помаду. Помада на мне тоже вот прямо в тон палетки, уже не буду. Видите, у меня рука осталась со сводчами. Это от Essence 04 оттенок. Кстати, мне ее дарила тоже Оля, только в прошлых посылках. И помаду я сейчас тоже нанесу и вам покажу оттенок. Никакого контура ей не надо, этой помаде. Вот так она выглядит, очень красивая. Плотно ложится прямо сразу с одного нанесения. Поэтому, если боитесь контур, ну как-то за контур губ зайти, то лучше карандашом сначала обвести контур, потом помадой, потому что она ляжет прямо вот плотным слоем, и если где-то как-то криво, то будет это очень даже заметно. Вот такой макияж, смотрю на себя, лучше вот как-то так. А макияж лица я делала сегодня палеточкой от Vivienne Sabo двушка. И румяна, я сегодня утром выложила косметичку, вчера вечером специально сняла, чтобы она первая вышла с утра. И румяна от Essence, такие они, необычного цвета. Вот, вот такой получается макияж. Вчера интересно было под роликом два комментария. Я вам говорила, что челку пришлось зачесать. Сегодня я вам, видите, сделаю. То есть кто-то пишет, что я с челкой некрасивая, как пятиклассница, а другая пишет, что без челки я такая страшненькая. Девочки, у всех свой вкус. Но давайте мы будем смотреть макияж, а не оценивать. Я ж не на конкурсе красоты здесь сижу, правильно? Поэтому страшненькая, я не страшненькая. Ну, я думаю, это уже, ну, как бы, третье дело. Если вы пришли на мой канал, ну терпите страшненькую, если не устраивает что-то. Ну а если можно потерпеть, то в принципе у каждого свой вкус. Вот для моего мужа я самая красивая, поэтому тут уж ничего не поделаешь. Вот, макияж показала, посмеялись. Но я не обижаюсь на такие комментарии, мне они кажутся потешными. Палеточка очень понравилась, помада вместе с ней просто как будто бы это два братика, да, смотрятся. Где можно купить эту палетку, я могу оставить, потому что у меня еще свежая ссылка есть. Ну вот смотрите, прямо она мне очень понравилась, попробую сейчас подъехать. Главное вам вас не напугать с собой. Вот так выглядит макияж. Но я показываю, опять же вам повторяю, не технику макияжа, а как тени ложатся на глаза. Вы, возможно, сделаете в 100 раз лучше, чем я. И просто хотелось показать вот саму растушевку как. Единственное, конечно, я далеко не умелец. Сейчас я не в ту сторону, нет, в ту. А то я могу уже еще приблизить там вообще. Будет макросъемка.
Но теперь я могу спокойненько попрощаться, обработать и загрузить ролик, чтобы вы могли смотреть. Ну и завтра будет последний финальный день. И в отношении аромата. Девочки, вот буквально 10 минут прошло, я не знаю, что там в составе, но открылась такой розой красивой, вот просто роза розовая. Вот как-то вот все дополнительное, что вот на первый вдох показалось, все это уходит и остается роза. Прямо вкусная роза. Вот, поэтому надо будет Ольге спросить, какие там ноты, и посмотреть, ну, как оно, что я там услышала все-таки. Потому что бывает так, что потом смотришь на ноты и говоришь, о, точно, точно, вот это я и слышала, но не могла определить, что да, это оно, но я это слышала четко. Вот, поэтому завтра будем узнавать, что же было в этом аромате и что в следующем, последнем пакетике. Ну, а теперь я буду с вами точно прощаться. Всем хорошего настроения. Всем пока. До новых встреч.